Всем привет, с вами GBH007, по-моему, закончившая работу фирма Дерево. Нет, не закончившая, ладно, это новая версия программы. Ну да, она еще не закончена, должна верхний ряд сундука забить полностью деревом. Удобная штука, но я, наверное, уже меня задолбала. Ну как, не задолбала, ее юзать места нету. Это самое смешное. Но программа работает классно, мне это нравится. Так. В прошлой серии мы остановились. Так, мы остановились на том, что я хочу сейчас поспать. И бум. Я чуть тут подекорировал еще немножко совсем. Вот, давай ему стол. А может, я это показывал, ну ладно. Это не важно. Ой, как я люблю эту сумочку. Ау, ау, ау. Коровки, не шалите. Ну, тут у нас такая прелестная вещь, и тут у нас нагенерено аж 7 лямов, но с одной мельницей, ладно. Тут у нас реле, я потом все это немножко переделал, мне уже есть мысли как даже. Так, вот наши замечательные установочки, они вот наполовину, каждый из них заполнено. Я тут вырубил уже генератор кобла, ну, на время, потом я включу завтра, наверное, уже. Надо это будет, кстати, пооптимизировать и обычный провод проложить, ну ладно. В общем, я тут поставил второй, потому что тут, если время было меньше, точнее, если время было больше 0, ну, короче, 350 миллисекунд, то он не успевал все перетыривать, и были потери, ну, в мощности. Ну, как в мощности, он меньше вырабатывал, чем должен был. Когда была скорость 350, он глючил и проблевывался ведрами. Ну, как я и предполагал, нужно было просто поставить еще один рядом. Ну, я поставил, и нормально. Они неплохо с паркой так работают. Они подключены к одной системе, там по центру нет разделения, сразу говорю. И меня радует, как они работают. Так что вот, они, в принципе, не сильно их глючат. Ну, в плане я глюков еще не замечал. Ну, как вы видели, это аж целых, ну, вот если с каждого генератора 12 лямов, они отгенерились наполовину, значит, по 6 лямов, 6 на 3, 18 миллионов, куда же они делись? Давайте. Раз, два, три, четыре. Так, ну-ка, до 6 выкладывайся. Так, берем сёкеты, да, мы будем крафтить квант. Джейбяша задолбала нано-броня. В плане она хороша, но нано-броня это так, это так, это для начала. А, кстати, еще лавоцелов набрал, ну я их скорее буду использовать для бридера. Лавоцелов увидим, наверное, ну, неважно, в общем. У меня остается еще 18 алмазов, это хорошо. Редстоуна мне понадобится много. Надеюсь, у меня хватит редстоуна. Мне понадобится, наверное, возьму кота глоустоуна. Ляписа надо взять. С некоторым запасом. Так, что нам еще тут понадобится? Ничего. Так, вот тут. Машинные блоки. Возьмем переплавленное. Так, что нам там еще нужно? Ладно, по ходу дела разберемся. Так, тут нам ничего не нужно. Чисто по скраб делал алмазный сундук. Ладно. Даже не проблема. Ой, как я люблю этот сундук. Да, видите, мое количество дерева. Так, шерсть тоже нам нужна. По-моему, мы все взяли. Так, давайте посмотрим. Мы, естественно, начнем наш весь путь с крафтом материи. Точнее, руды. Юдимор. А я, по-моему, прокосячил с алмазами. В плане нужно еще 4 алмаза, если я правильно вспомнил. Я, по-моему... А, нет, с рецептом я не прокосячил. Да, нужно еще 4 алмаза. На самом деле не проблема. Просто я что-то забыл. 4. Потом в конце видео покажу кое-что интересное.
Ну, я думаю, это вам понравится. Кстати, мне нужно бронестекло. Да. Ебаная хрень. А, лаги мне не нравятся. Жалко, сейчас нету. Ну, онлайна как бы. Хотя уже достаточно вечер. Ну, в плане, я пока что один. Один, они придут через полчасика, может, через часик. Ну, и это немножко печаливает. Ну, что поделать. Так, давайте всей этой прелести сделаем лапатронов. Лапатронс. Так. Всех лапатронов. Ой, тьфу. Энергокристаллы, потом весь сделал лапатроны. Во. Так, быстрее все-таки. Так, далее. Начнем мы с двух Advanced Suikitов, насколько я помню. Под такую замечательнейшую музыку. В плане мне нравится. Для крафта кванта самото. Ну ладно, надеюсь, вы слышите. Ну давай, shift кликайся, не будь плохой схемой. О, так. Сейчас попробую наизусть выложить рецепт. Лапатрон. Та-та-та, как-то так. Вниз бронестекло. О, я начинаю быть очень уязвимым некоторое время. Ну ладно. Оп. Че, восполнишь мне голод? А, квантовый шлем. Ну, ты же восполняешь голод. Я проголодался. Давай, восполни мне голод. Ладно, если у меня исполнит голод, будет немножко печальнее, но тоже терпимо. Нагрудник. Это у нас... Так. И вот. Почти вот так вот. И, по-моему, вот так вот. Я ведь прав? Да. Было бы ржачно, если бы я два нагрудника закрафтил. Но напомню, уже это повеселее дело. Если я правильно помню, то это вот так, два машин блока. Ужасные лаги в придачу. И вот такие крутые штучки. Для следующего элемента нам потребуется дополнительный крафт. Вау, вот это зачетный баг сейчас был. И опасный. Я уберу, чтобы лишнего не накрафтить, они не стакаются, потому что есть rubber boot, замечательный. Кстати, если вы не умеете летать на джетпаке, в плане на джетпаке, который без ховер мода, ну, на котором летают все нормальные люди, то вот вам. Оу, oh yeah, ребята, full quant. Да ладно. О. Видно сразу это. Ну что, не разряжается? Да ладно. Или он как бы вот так багано работает. Ладно. Предположим, он так багано работает. Забавно. Надо будет лайп поплавать. Будет еще очень забавнее, если он здесь не работает. Я просто на него столько материи. Это будет прям вообще забавно. Ну ладно. Ну, наверное, все остальное само рассортируется. Какие дикие лаги, если вы знали. И
мой зарядник. Ох, давайте посмотрим на эту сеть прекрасную. Фига себе, там что-то живет прилично, ну ладно. В плане я про процессы на компе. Нет, браузер выключен, забавно, ну ладно. Интересно, они вообще разряжаются или это просто у меня баг такой? Я просто знаю, здесь есть баги иногда, вот такие, что не разряжаются шмотки. Ну, это забавно. Мне главное, чтобы шлем меня кормил, а фулкван защищал меня от огня. Мы сейчас это проверим, только у нас сервер будет сохранить, то есть я знаю. Я могу крашнуть сервер, вообще как нифиг делать. Надо еще быстрее логнуться. После зарядки кванта. Жалко, некоторых людей с нами нету, которые должны были это увидеть. Ну ладно, они посмотрят потом на видео. Я потом скажу этим некоторым людям, что я хотел их увидеть, но они... И пришли, у меня зачетная шапочка. Как я люблю эту квадратную шапочку. Хотя она должна быть круглой, и она должна быть крутой. Но она не так крутая, она квадратная. И этого достаточно. Здесь круглые нолики, это хорошо. Так. Давай, давай, давай. Сейчас случайно в мастератор что-нибудь закинуть и ржать потом полгода. Так, сколько? 1 лям, все правильно. Надо, короче, вот просто сейчас побегать, попрыгать, разряжать. Мне просто интересно, все-таки накормит или нет. Так вот, попрыгать. Тынь. Ну, короче, не знаю, кормит ли она или нет, но, по крайней мере, я стану белым человеком. Я прыгаю, давай, разряжайся уже. Ну, в плане, хоть чуть-чуть на одну единичку разрядись, покажи, что ты... О, я знаю их, ну ладно, сейчас его, как ботиночки зарядятся, я проверю все свои догадочки. Ну, сначала ребутнусь, точнее, ребутнусь, я такой суровый. Я буду счастливым первым обладателем кванта на этом сервере. Я знаю, что кто нано уже собрал, но не знаю еще ни начала, кроме меня, кто собрал бы квант. Ай, не тот тыкнул. Ауе, все, я бессмертный. Единственное, минус сапожки черные. Так, давайте релог. Сохранение сервера на всякий пожарный. Если я знаю, я коварный. Я могу его случайно снести. Случайно. Хотя еще он ни разу не крашился, к счастью. Давай. Логинься. Ну и пошли, типа, покупаемся, например, в лаве. Забавно, неужели он не тратится? Так, ну, прежде чем я сейчас покупаюсь в лаве, хочу показать Number of Deaths 0. Я пока что единственный, кто на этом сервере не умирал, ни разу собрал квант. Ну, короче, я теперь реально бессмертен уже. Я думаю, этого никто не будет отрицать. Да ладно. Это типа... Не-не-а. Что за нафиг? Не.
Занятно. Ладно, сейчас ребутну и клиент, и сервер, и вернусь. Занятненько. Ну, если не считать. Ах, о, не 0 FPS, ну ладно. Приятно радует. Ну, сейчас покажу, что занятненько. Вот это вот занятненько. Давайте выйдем. Ага. Во, все видят? Вот это баг, я понимаю. А, зачетный баг. Пью. Давайте так. Эй, там мне будет восполняться? Давайте проверим уже. Фу, тест кванта. Давай, я же не... Да ладно. Да ладно, квант, не можешь работать нормально. Смешно прекрати. Или квант сейчас немножко механики сменится. Давайте побегаем еще. Для меня это не проблема. Я чуть теперь от голода буду дохнуть, да ладно. Ребята, вы что, смеетесь, что ли? Квант что, не работает? Давай, давай, квант. Вау. Да, квант просто пипец как охренительно не работает. Ну, возможно, это за багов сервера. Ну и шлем, ты не хочешь меня накормить? И... Давайте посмотрим, я сейчас не знаю, может механика изменилась. Капец, неработающий квант на сервере, как это... Не мило. Зато забавно, что только от урона спасает. А может просто надо зажать какой-нибудь Ctrl? Не знаю там. Что он меня автоматически покормил? Ты же будешь меня кормить, да? Вот он гад. Ой, я уже не могу. Ой, да что за нафиг? Ладно, давайте. Воду. Шлем, может, хоть от воды спасаешь? Капец, я не знаю, ребят, ну что это за квант? Это пипец, а не квант. Ну и... А, ну ладно. От воды он. Вау. Нет, ну он прыгается, бегается. Давайте в лаву поплаваем. Я была под домом лава. Надо, короче, посмотреть насчет шлема. Может, я в настройках что-то забыл включить. Или выключить наоборот, не знаю. Интересно, разлить лаву. Ну да, давайте разльем лаву. Мне просто интересно, как сейчас квант от лавы садится, умираешь ли ты от лавы. Какое уж испытание лавой от GBH кванта. Надо будет посмотреть. Может, обновилась сборочка. В плане обновить сборочку. Или фиксы какие-нибудь пришить. Ну, я не знаю, не смотрел еще. Вот у нас есть замечательнейшая штучка. Давайте посмотрим. Если мы сейчас умрем в лаве, это будет смешно. Так, классно. Я узнаю квант. Сколько ты кот сушил? Ты ж какой прожорливый. Теперь самое смешное. Оп. Да, забавный баг. Можно умереть от того, что ты горишь. Ребят, я выживаю, поплаваю. Не убивайте меня огнем. Капец, надо потушиться сходить, а то я так умереть могу. Я в шоке, ладно. Пошел, короче, искать затычки на вот эти баги. Хоть фулл квант есть, а затычки нужны. О, что я слышу? Драмэн, иди сюда. Стоп, интересно, фугл, вот я сам себя вспомнил, да? Дерьмень, иди. Сволочь. Чё? Эндермен, ты куда убежал, зараза? Эндермен. Найду, покараю. Ладно, пошёл, с говно прыгаю. Почему всегда и как бета-версии идут? А? Может, мне кто-нибудь объяснит? Ай, как мне это не нравится. Интересно, они фиксы выпустили на это дело. Вау, Эндерман реально убежал. Ладно. С вами был JBH007. Не забывайте подписываться, ставить лайки, что-нибудь комментировать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.